7 августа состоялось заседание научного центра мирового уровня. Темой круглого стола стало актуальное направление цифровизации и развития нейросетевых технологий в нефтегазовой отрасли. Спикерами стали специалисты из сферы нефтедобычи, представители публично-акционерного общества «Татнефть», «Иннополис», Казанского федерального университета, «Газпромнефть» и многие другие эксперты в области нефтегазовых технологий. Мероприятие было разделено на несколько секций. В первой участники круглого стола обсудили проблему цифровизации. Действительно, вот эта проблема цифровизации, значит, в этой отрасли, она не только связана с геологией, с разработкой нефти и газа, но в том числе и подготовкой нефти, транспортировкой нефти, получением прибыли, продажей, обеспечением, скажем, поставок, там, решением социальных проблем. Это вот, если посмотреть комиссионную компанию или нефтегазовую отрасль, такая, она вот такая очень большая, огромная. Да? Сейчас очень много говорят про цифровые двойники. Цифровые двойники – это виртуальное представление нефтегазового актива, процесса или системы, которая фиксирует параметры и поведение этого объекта в режиме реального времени. Как отмечают эксперты, развитие цифровизации в настоящее время актуально. Так, на заседании обсудили преимущества и возможности использования двойников для оптимизации добычи, а также затронули реализацию построения новых виртуальных систем на месторождениях. Сегодня уже вопрос стоит о создании вот этих цифровых двойников. То есть не просто, скажем, конкретно какую-то узкую одну модель, а вот объединить их. Вот мы добыли нефть, вот как переработать ее, как ее транспортировать, как ее продать. Вот о чем идет речь. На круглом столе в большем количестве присутствовали специалисты Казанского федерального университета. Уже длительное время ВУЗ ведет активную работу в отрасли нефтегазовых технологий. Казанский университет сотрудничает с крупными нефтяными компаниями, такими как ПАО «Татнефть». На заседании эксперты КФУ поделились с коллегами своими успехами в работе с нефтью и обсудили возможность дальнейшей реализации нефтегазовой отрасли в Татарстане. Университет очень давно и продуктивно взаимодействует с «Татнефтью». Сейчас обсуждаются проекты и с «Газпромнефтью», вот, в частности, и с малыми нефтяными компаниями также обсуждаются планы, работы. Помимо цифровизации двойников, на мероприятии обсудили возможности разработки стратегии внедрения цифровых сотрудников и подготовки персонала к сотрудничеству с автоматизированными системами. Также затронули роль данных в принятии стратегических решений и оптимизации процессов в нефтегазовом секторе. Как отмечают специалисты, проведение подобных заседаний помогает лучше проанализировать проведенную работу и обсудить пути развития отрасли. Мы уже имеем большой накопленный опыт, опыт реализованных проектов для нефтегазовой индустрии. Сегодня с нами, кстати говоря, находятся и коллеги из нефти и газа, то есть, которые нам на самом деле генерируют их проблемы, генерируют нам будущие проекты. То есть фактически мы можем скорректировать нашу программу, которая у нас написано в научных центрах мирового уровня, под нужды отрасли. Отметим, что заседание проводится уже в третий раз. Каждый год эксперты нефтегазовых технологий обсуждают проблемы в нефтяной отрасли и находят новые пути для реализации направления. Напомним, что круглый стол проводится на базе научного центра мирового уровня. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.